Привет всем, друзья, всем любителям стенового моделизма, любителям, профессионалам, всем, кто смотрит мой канал. Вот и наконец пришла очередь, пришло время покраски танка КВ-2, который вы видели в предыдущих сериях сборку. Будем его красить. Краски у меня здесь в коробке, к сожалению, ввиду того, что давно не красил модели, очень много, ну, ввиду того, что переезжали, вот, многие краски позасыпали, нужно было размешивать хотя бы, ну, вот, несколько пузырьков, чтобы где-то 5 или 6 пузырьков я выбросил, потому что они засохли вообще. Некоторые удалось там реанимировать, разбавить, размешать, ну вот. Краски, подходящие для покраски этой модели, как раз не нашлось у меня. Я рассчитывал на фомовскую защитную краску. Вот такую. Но она, к сожалению, засохла. Пришлось мне делать краску самому. Вот на основе тамиевской бежевой краски. Тут было немного, совсем на дне. Я как бы путем смешивания разных цветов добился вот такого приближенного цвета, вернее, приближенного к защитному зеленому советскому. Может быть, камера немного искажает цвет, поэтому мешал я с темно-зеленым, с желтым, тут и серый добавлял, и как бы вроде бы вышел на цвет. Поэтому буду сейчас пробовать красить. Вот я здесь наносил цвета, это когда подбирал цвет, наносил на днище. Ладно, ребята, не пропускайте, оставайтесь на канале. Видео, я думаю, будет интересным. Постараюсь не захламлять все видео покраской. Буду так кусками нарезать. Может быть, где-то вносить какие-то комментарии.
Так. Траки вот покрашены. Положу, пусть сушатся. Высохнут там. На следующей съемке, уже в следующей серии, наверное, буду собирать. Может быть и в этой. Еще точно не знаю. Ладно, пока убираю в сторону. Сейчас прокрашу вот эти полки надгусеничные, вот эти вот, и ящики вот эти. Ну, как бы все остальное, чего я не покрасил еще. Так, все гусеницы высохли, траки. Вот я уже одну срезал, основную провисли. Ставим сюда. И взял, вырезал на гусеничные полки. И был неприятно удивлен тому, тем вернее, что передние катки были высоко, и вот эти полки упирались прямо в катки, хотя все собирал по инструкции. Может быть, я что-то неправильно сделал, но пришлось мне все-таки сорвать катки эти и пустить их чуть ниже, приклеить. Поэтому как-то так. Вот я вырезал обе полки. И сейчас буду клеить траки на танк. Так что смотрите, не перематывайте.
Так, друзья, ну вот, как бы основная часть покраски завершена. Корпус покрашен. Гусеницы покрашены. Полки приклеены, траки тоже. Надеюсь, вам понравилось. Не сильно было нудно смотреть. На мой взгляд, красочка легла хорошо. Ровно, равномерно. Как бы, если, в принципе, интересно и как бы будет очень большой интерес к технике, как я крашу, можете это увидеть в предыдущих сериях. Либо же пишите в комментариях, если не найдете, я ссылочку вам сброшу. Либо же в следующем видео, уже в следующем видео по покраске, это будет один из танков, или джип будет, или Меркава, я не знаю, или Катюшу, может быть, буду красить и уже конкретно, более конкретно покажу. В следующей серии буду продолжать красить, наносить декали. Может быть, какие-то эффекты нанесу, ну, еще не знаю, подумаю. Поэтому не пропускайте, если не подписаны на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых видео, до новых встреч. Пока.